Всем привет, люди! Сегодня, значит, пришел телефончик Sony Xperia Z C6603. Здесь вот Made in Malaysia. Так, Mobile GSM, все дела. Давайте сейчас посмотрим, что тут у нас коробочка приехала. Коробочка, кстати, пришла запечатанная в пленочку. Я уже просто распаковал. Внутри здесь так не густо. Мануал лежит, USB кабель, ну и зарядка, конечно же. Ну, вот сам телефончик. Телефон, конечно, классный. Такой. Красивый телефон, конечно. Суперский. Мне понравился. Здесь есть отверстие под док-станцию. Для зарядки через док-станцию. Тут кнопочки. Так, сейчас попробуем его включить. И посмотреть, что у нас там внутри. Так, включается. Ну, да, конечно, классный телефон вообще. Шикарно смотрится вот так. Отлично. Конечно, круто. Заставочка стандартная у нас тут. Так, ну, уже тут. Ничего себе. Только загрузился, еще даже не тупит. Отлично работает вообще. Так, посмотрим, что это у нас. Телефон. Ну да, вот у нас Android 4.2.2, модель C6603. Сюда, сюда. Вот такой вот у нас телефончик. Я еще, значит, там сниму видео и фото с него, и посмотрим. И будем посмотреть, как качество. Вот. Ну, а так телефон, в принципе, по 12-бальной шкале 12 баллов дам. Дизайн, конечно, супер. И качество сборки отличное. Вообще ничего не имею, никаких намеков даже на какие-то там недоделы и так далее. То есть все плотненько, все красиво. Сам телефон работает отлично.